Грузии повышаются цены на хлеб. Первоначально правительство намеревалось повысить цены с 1 февраля, однако затем решило сначала выдать компенсацию, а затем уже увеличивать цену. Цена на хлеб увеличивается на 40%. По заявлению членов правительства, принявших решение о повышении цены на хлеб и хлебопродукты, вызвано это подорожанием зерна на мировом рынке. Малообеспеченным слоям населения, зарплата которых составляет 6 лари в месяц, предусмотрена компенсация в размере 1,5 лари, примерно 1 доллар и 20 центов. А у кого зарплата побольше 9 лари, то у тех компенсация будет 1 лари в месяц. Подорожание хлеба, безусловно, вызовет увеличение цен на все остальные продукты и товары, которые и так сильно подорожали после введения полноценной национальной валюты. Однако переход на рыночную экономику всегда больно бьет по малообеспеченным слоям населения. Подорожание хлеба, который для многих является единственным продуктом, безусловно, вызовет недовольство населения. Однако у перехода на рыночные отношения один плюс. В будущем это единственный путь стабилизировать экономическое положение в стране.